Сегодня будет хорош. О, Тик, привет. Тик, смотри. Казахстанские джунгли, вот это камыш. У тебя писю посередине. Всем привет! В Северной Владимирском централе. Да, взял две шапки. Приехали, сегодня рыбалочка у нас непростая. Костя, Андрей, дядь Боря, дядь Нурик. Короче, рыбалка будет сегодня улетная. Всю рыбу вытащим, самую большую и огромную. Кто? Ух, что? А чьи следы это, зайцы? Широка страна моя родная. Рыбаки. Ну мы, короче, сейчас не здесь будем рыбачить. А, вот, не замерзло. Я же говорю, здесь никогда не замерзает. Мы, короче, сейчас дальше там вниз или вверх что-то. Короче, вот так вот. Сегодня будет хорош. О, Тик, привет. Тик, смотри. Передай подписчикам привет. Иди, хорош. О, ты хорош. Смотри, какие люди добрые. Че, рыба есть? А? Рыба есть? Че, может, ему кусочек хлеба отломаем? О, заценили мои очки майнкрафтские. Ох, сейчас, Дик, идем. О, какой радостный ты, смотри, а. Да. Ой, молодец. Тише. Тише, хороший. Давай ешь, что у тебя? Без зубы что ли? Ты капец, хлеб как кость 3 часа грызешь. Ой, ты лепивая. Пить или пить. Андрюшка, Андербай, Дик, давай, пока. Давай, всего хорошего, чтобы твои раны все заросли, чтобы уши выросли. Вот, ребята, привет. Вот ты можешь хай тоже? Давайте, три, Маш, раз, два. А, ты хочешь поплатить? Ё-моё, сколько метров лёд? Чё, поймали уже, да, чё-то? А? Грузило маленькое, на. Чё? Грузило маленькое, смотри. А чё, нету, пойдём? Нет. Хотите пошёл? А? Вот так. Так делаешь. Вон там, поблесни. Холод нереальный. Ветер холодный. Андрюшка рыбачит туда, на малька. Малька хочет поймать. Че? Какой поплавок? Грузило? Грузило. У меня сопля тяжелее, да? Надо что-то привязать туда тогда. В общем, блин, что-то такое ощущение, как будто ничего не поймаем. Но надо думать о хорошем, о прекрасном. О, куда? Какая красивая. Шумел камыш, листья гнулись. Казахстанский джунгли, вот это камыш. Так, ну вот, вот у нас здесь небольшая перевалочный пункт. Здесь снежочек немножко почистили. Здесь будем кушать, чай пить. Это что такое? Ну, их. Это ты брал? Ниже. Под ней. Вот грузило. Слушай, так тепло вообще стало. Хорошо, да?
вообще попрет сейчас, обалденно. Лучше, чем здесь, по-любому. Ребят, короче, приехали на новое место. Костя с Андрюхой проспали все это время. Короче, здесь рыбы. Океан. Тихий, безбрежный, хороший, четкий. Че там? Идет? Мелко, да? В общем, не это место. Едем на другое. Там рыбы море. Целый океан. Кролики, знаешь, как меня боятся? Они меня увидят, сразу чешут. В общем, мы на Колгашку едем. Ну, откуда-то поставить не могу. Ну, вот я тебе говорю, не далеко. Ну, хоть что-то. Ну, здесь тут. Попробуем. Если будет, будет, то она и здесь будет. И то, что там. В общем, мы приехали. Короче, это стопроцентная уже тут рыбы. Мультисексилион, короче. Нереальная сейчас поклевка тут. Рыбалочка просто отпадная. Что, здесь будет место дислокации или там на льду? Сейчас обед, потом рыбалка. Как реты. Потерял свою этот варежку от тоннеля. Надо искать. Вот, нашел. Кто ищет, всегда найдет. Молодые, лишь бы засадить, да порыбачить. А опытные вот сначала покушают. Ну, в общем, ребята, передаем всем привет с рыбалки, с зимней рыбалки города Кызыл-Арды. Очень холодно. Очень холодно, очень не клюет. Очень рыбалка. Куда вся рыба подевалась, мы пока не известны. Смотрите за то дерево, какое красивое мы нашли. Тебе снег все попадает? Не попадает, а мне попадает, да? Дорогие друзья, вот так вот прошла наша рыбалочка. Увлекательно, экзотично и непривычно. С вами был Кадавр 240, Константин, Андрюшки, Дядь Боря. Всем пока! До новых встреч! Он был везде и всегда своим влюблял в себя целый свет.